Человек, как биологический вид, лишь часть огромной биологической машины, которой является биосфера Земли. Тесная взаимосвязь различных биологических видов поддерживает жизнь на нашей планете, и в том числе жизнь человека. Для обеспечения жизнедеятельности человека в космическом пространстве используются специальные технические системы, системы жизнеобеспечения, которые обеспечивают тепло, воздух, воду, питание. Однако все эти системы работают либо на запасах, либо частично регенерируют, то есть перерабатывают, восстанавливают отходы жизнедеятельности человека. Создание замкнутой космической системы обеспечения жизнедеятельности является чрезвычайно важной и перспективной задачей для освоения космоса. Человечество не может продвигаться в дальний космос и, например, колонизировать другие планеты, не имея автономной системы жизнеобеспечения. Одним из интереснейших и перспективных проектов является разработка систем на биологических принципах, то есть своеобразных аналогов земной биосферы. Эксперимент «Фитобиореактор» задуман для отработки технологий биологической системы обеспечения жизнедеятельности. Его цель – создание оборудования и разработка процессов для получения продуктов питания и кислорода путем культивирования микроводорослей в условиях космического полета. В земной биосфере простейшие водоросли играют огромнейшую роль. Микроводоросли и фитопланктон Мирового океана очищают воздух от углекислого газа и вырабатывают, по разным оценкам, от 50 до 80% кислорода на планете. Являются кормом для других живых организмов в длинной пищевой цепочке. С помощью специального оборудования на борту Международной космической станции мы выращиваем водоросли, которая называется спирулина. Ее основное преимущество – это неприхотливость и большое содержание белка. Также она прекрасно справляется с процессом поглощения углекислого газа и выработки кислорода и является одним из тех самых кандидатов для использования в будущих биологических замкнутых системах обеспечения жизнедеятельности. Образцы водорослей находятся в трех независимых ячейках фотобиореактора, который обеспечивает все необходимые условия для роста, такие как освещение, температурный режим и питание. Мы регулярно проверяем, как условия космического полета влияют на состояние самих водорослей, их количество, цвет, объем выделяемого кислорода. Периодически мы заменяем питательную среду. Мы надеемся, что результаты этого эксперимента помогут нам сделать еще один шаг к полноценному освоению космоса человека.